Сегодня в 20:30 на национальном телевидении Чувашии премьера нового игрового шоу «Наобум». Вас ждет увлекательное путешествие в страну русского языка. Азарт и желание подсказать игрокам не дадут вам скучать. Участники за считанные секунды должны придумать слово из определенного набора букв. При этом по кругу передается тикающая бомба. Зазевался, бомба взорвалась, а ты вылетел из игры. Та-ра-та-та, я остался, ла-ла-ла. Ведущий программы – шоумен Михаил Морозов, а ее руководитель – Мария Шоклева. Автор таких программ, как «Куча мала», «Бухты-барахты». Мне снится сон, как будто бы эта игра превращается в телепроект, как будто я его делаю, пишу сценарий, набираю игроков. Проснулась я с четким убеждением, надо делать такую телеигру. Ну вот, собственно, спустя полгода, сегодня она и стартует на национальном телевидении Чувашии. В первой игре в знании русского языка соревновались сотрудники национального телевидения. Людей нужно к телевизорам привлекать, потому что есть интернет, есть какие-то другие вещи, которые очень сильно отвлекают. И когда человек подходит к телевизору и его цепляет передача, хотя бы антураж, реквизит, артисты, герои, я не знаю, ведущий. И попутно, если он узнает какую-то информацию ненавязчиво, которая как раз в программе «Наобум» будет она вот в таком вот виде подаваться на блюдечке с голубой каемочкой, мне кажется, зритель должен это так съесть, облизнуться и в следующий раз тоже искать эту программу в программе телепередач. Я рекомендую всем прийти и поиграть. Это на самом деле драйв, это адреналин такой хороший. Вот вообще, ну, интересно, это здорово. Принять участие в игре может каждый. Собирайте команду и оставляйте заявку по телефону 64 11 11.